В урбанистической среде особенно остро ощущается нехватка чистого воздуха, тишины и спокойствия. Порой так и хочется убежать из шумного города в тихую гавань. Что для этого необходимо и куда лучше обратиться, вы узнаете сразу после выпуска новостей. А я с вами прощаюсь. Всего доброго. В этом году завершено строительство коттеджного поселка в районе деревни Малый Сундырь. Белая усадьба надежно укрыта от посторонних глаз и дорожной пыли лесным массивом. Всего в 15 километрах от города расположено 44 комфортабельных жилых дома и здание общественного центра, в котором будет располагаться магазин, кафе, аптека и медпункт. В полном объеме выполнено благоустройство коттеджного поселка. Выполнены асфальтированные дороги, газоны, тротуары из брусчатки, а также установлены спортивные и детские площадки. Коттеджи делятся на три категории – эконом, бизнес и элит класса. Площади домов варьируются от 80 до 270 квадратных метров. Стоит отметить, что в каждом доме проведен водопровод из артезианской скважины. Для защиты от грунтовых вод выполнена клеточная гидроизоляция и уличная система дренажа. Но, хотя подход к строительству одинаковый, они имеют индивидуальные особенности. Дома построены по 6 вариантам проектов. Они отличаются архитектурными решениями фасадов, планировками этажей, наличием подвала, гаража. Также у нас в каждом доме индивидуальное газовое отопление, локальное очистное сооружение, септик. Каждый дом располагается на участке площадью от 7 до 9 соток. Все участки выведены на южную сторону, что благоприятно для посадки каких-то культур садовых. В остеклении домов применены пластиковые окна со стеклопакетами и, как в данном доме, с витражами. Если вы хотите уехать из города, но не готовы стать сельским жителем, поторопитесь. С 1 июля стартовала акция, на период которой покупателям коттеджей в Белой усадьбе предоставляются скидки до 500 000 рублей. С условиями акции можно ознакомиться на сайте bu.investor21.ru.